Вот это зарядка! Я Винни, вор с биполяркой, живу в лесу, но об этом позже. Ну что, погнали? А это моя братва, Дилан, мой лучший друг еще со школы. Томо, красавчик, извращенец. Эшли, спортсмен, в нашем деле незаменим. Нафиг ты голубя взял? Его сестра умерла. Карди, решительно бесполезен, но мы его любим. И Джей Джей, наш технический специалист. Ты сказал фургон, чувак. Это фургон, берешь или нет? Мусора нас называют профессионалами. Не, ну вы чё? На мафию мы ни хера не тянем. Мы неорганизованная преступная группа. Призрак Джона Сильвера. Настоящий полицейский? Красть машины и лошадок. Живей! Такая у тебя карьера. А это Эрин, девушка Дилана. У нее есть цель в жизни. Пойдем выпьем? У меня есть парень. Просто выпьем. А еще есть сын. Иногда жизнь решает, что все будет не так, как нам хочется. Это ты? Не входи сюда. И если честно, мы и сами не всегда молодцы. Еще скажите, что нет. Нет. Отрежь ему член. Нет, 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 нет. Это Жирберг, братан. От сценаристов безопасности и бесстыжих. Вот умру я завтра. А что люди про меня запомнят? Вы продаете травку. Продаю травку? Многих людей вы осчастливили. Не скажешь, куда обратиться? Еще как знаю, Кристоф. Почему я тебя слушаю каждый раз? Чего ты боишься? Чего-то добиться? Сделать что-то полезное? Я и без тебя не пропаду. Да? А что, если опять на мост полезешь? Думаешь, раз у меня биполярка, то каждый раз, как на меня накатывает, я хочу с моста сигануть? Он готов целовать песок под твоими ногами. Похоже, у нас тут тройничок, да? Если так, мне вообще не обламывается. Я вам сейчас бошки потрубаю! Это ж декоративный. Меч настоящий! А так и не скажешь. Настоящий! Самое главное – поржать от души. Заботиться о друзьях. И хоть как-то выжить. Ты не мог бы глянуть? Кошмар, да? Да, это кошмар, ё-моё! Привет, мальчики. Да. Пни его. Ай! Женские коленки мой фетиш. Голяк! Переведено и озвучено студией Кубик в Кубе специально для Кинопоиска HD. Карди? Все нормально. Ух ты, гарпун.